Более чем в 50 странах мира представители классической и альтернативной медицины используют в своей работе аппаратно-программный комплекс нелинейной НЛС-диагностики «Метатрон». Всех этих медиков-новаторов объединяет желание дать пациенту больше пользы с помощью уникальной российской разработки – целого смотрового кабинета в одном приборе. Если человек пришел с радикулитом, мигренью, гипотиреозом или другими гормональными проблемами, я провожу исследование в течение 15 минут, определяю причину состояния и назначаю конструктивное лечение. Причиной дисфункции каких-то органов порой является эмоциональное состояние пациента – гнев, разочарование, обида. С помощью Метатрона мы можем выявить настоящую причину. Я очень увлечен тем, что я делаю. Влюблен в этот метод диагностики. Это оборудование позволяет сделать нас высокоспециализированными такими врачами и добиваться самых лучших результатов. Это наша изюминка. Аппаратный комплекс – это очень умная машина. Она и нас помогает развивать, и мы очень много узнаем. Ну и люди, а соответственно, относятся к нам уже не как к обычным врачам-специалистам, а к особенным. Метатрон одобрен мировым медицинским сообществом не только за его уникальные медицинские характеристики, но и в том числе благодаря огромной работе института по проведению клинических испытаний и сертификации по основным критериям качества и безопасности медицинского оборудования в странах присутствия. На данный момент существует программное обеспечение для рынков самых основных стран-партнеров института – Европы, Японии, Китая и Индии. Программы для работы с пациентами этих стран включают все элементы и особенности их медицины, лекарственных и натуральных препаратов, продуктов питания и еще одну такую актуальную для всех врачей мира функцию. В настоящее время внимание многих ученых и медицинских деятелей приковано к профилактической медицине и донозологической форме заболевания. Об этом направлении много сказано и написано. Метатрон позволяет сделать это реальным, а именно обнаружить и остановить болезнь до появления симптомов. Благодаря постоянной работе в тесной взаимосвязи с международными партнерами, программное обеспечение Метатрона постоянно актуализируется, дополняется новыми возможностями. Интерфейс переведен носителями языка. А самое главное, происходит регулярное обновление базы эталонов для многосторонней работы в той или иной стране.